Сейчас так подумать, что действительно, какая перспектива, а куда сейчас? Лужники тоже, мне кажется, это, ну что, ну лужники, и забудут на завтрашний же день, все, что там происходит. Конечно, все быстро, все стирается. Сейчас никому не интересно, надо ждать 60-х. Уже Боинг забыли там, 60-х годов. Тут все так меняется, но сейчас мы живем просто в другом поле. В каждом веке есть свои 60-е, и тогда будет лес культуры как таковой. Тогда будет. Какая культура сейчас будет? Ну, я не знаю, мы не доживем, я не доживу. Сейчас декаданс идет. Декаданс, да, как обычно. Любая фигня сейчас. Да, справедливое развитие. Конечно. Попадаем немножко выше, но примерно то же самое. Ну, так, 10-е, 20-е годы. Вибрациям. Все правильно. Всех, качественно другое. То есть, а мозги остались так же, люди умирают, либо это рождаются. От министров всяких было навалом, там все писали. Осталось в памяти три человека. Там. Пища непонятная. Есенин, Маяковский, еще. Ну, где-то, да. Блок там, да. Остальных машинисты были молодцы. Тоже у него проблем были. Ну, в массе своей все равно фигня была. Вот он приехал, когда в Америку думал там сделать какой-то издательский бизнес, а там в итоге там не языка, не знаю, чужой. В итоге там Сидора Думка получала каждый день. Что они обо мне говорили, сука, говорили там. Он не понимает. Сидит там за столом, там, посольство там. Что там нет? Учи язык, морда, блин. Нет, я лучше буду бухать. Это снимаете? Серьезно, что ли? Не-не-не.